преподобный Далмат Исетский, 1594-1697 года. Основатель Успенского монастыря. Далмат земли под общую обитель передать старцу. Надверного войска сибирского царевича Девлет Кирея. Царские грамоты пустыни была уже захвачена на своем первом доме. Сын преподобного Далмата. Кочевник. Полностью разрушен кочевник. Праведная кончина. Труженики какие. Какие стены здесь. Будьте здесь сейчас, я покажу, что ли. Ага. Такой монах красивый. И икона у него. Вот. Преподобный Далмат Исетский. Очень храм такой интересный, как торт прям такой красивый. Ну да. Как курич. Так что на обратной стороне написано «Сакре О.Красношейна». Скульптор Красношейна. Вот такой скульптор 2017 года.
Старина такая. Реставрация еще идет. Так, в общем, нам подсказали, где источник. И мы пошли. Это правда. Речка Исеть. Прощаемся с рекой Исеть. Исечушка. Наверное, последний раз мы ее переехали. Ну да, здесь довольно узкая, так-то она довольно большая. Дороги просто благодать хорошие, слава богу. Широкие такие.